Это письмо мне? Тебе уже полгода, Роза. И я даю тебе обещание. Я всегда буду рядом. Так или иначе. Я буду смотреть, как ты задуваешь свечи на торте каждый год. Я буду каждое утро готовить тебе завтрак и провожать в школу. Я приду, если приснится кошмар, и буду петь, пока ты не заснешь. Я обниму тебя в час грусти и тревоги, а потом скажу, что все точно наладится. Я очень люблю тебя, Роза. Помни об этом, папа. Никто тебя не любит! Нет! Нет! Майкл! Майкл, где ты? Майкл, где ты? Хочешь, насмешу? Ты же ищешь одну вещь. Она не здесь. Значит, у тебя нет очищающего кристалла? Само собой. За ним надо идти глубже. Гораздо глубже. Ох, Роза, вечно тебя все обманываю. Что я тебе сделала? Никто тебя не любит. А когда ты умрешь, всем будет плевать! Хватит игр. Пора тебя утопить. Надо выбираться из этого дома. Я была первой. Первой? Почему ей нужна только ты? О чем ты говоришь? Глянь на себя! Ты же обычная пустышка! Да чего ты до меня докопалась? Какая жадина! Куча друзей, а тебе и этого мало! Куда это ты собралась? О, смотри, твоя семейка! С меня хватит! Эвелина? Это та девочка?